Всем привет! С вами Хвостович Александр, ведущий проект «Америка для успешных». И сегодня у нас в гостях Эрнест. Эрнест – генеральный директор компании Unlimited Auto Imports, компания, которая занимается продажей автомобилей как на территории США, так и их экспортом. Вот. И поскольку многие читатели спрашивают у меня, как в Америке купить машину, какие трудности, какие нюансы, как вообще происходит весь процесс, мы решили сделать такое совместное интервью и, ну, как бы, небольшая реклама Эрнесту, ну и в то же время информация для наших читателей. Поэтому, Эрнест, может, пару слов о своей компании? Да, спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я генеральный директор компании Unlimited Auto Imports, штат Мичиган, город Гранд Рапидс. Наша компания была открыта в 2001 году, мы уже 11 лет в бизнесе. Занимаемся экспортом машин в 6 стран мира, соответственно, также есть внутренние продажи, мы делаем ритейл и делаем это успешно. Я действительно хотел бы ответить на многие вопросы, которых волнуют, которые задают читатели и зрители программы, которую ведет Александр, и с удовольствием это сделаю. Пожалуйста, я готов. Хорошо, ну вот, наверное, начнем с самого банального. Люди меня часто спрашивают, как купить машину вообще. Ну вот просто такой вопрос в упор, как мне купить машину? Я даю какую-то базовую информацию, найдите дилера, вот, как найти дилера? Я говорю, воспользуйтесь Гуглом. А как бы вы ответили на этот вопрос? Я бы ответил на этот вопрос очень просто. Соответственно, первое, это обратиться к знакомым, которые уже имели экспириенс купить машину в Америке. Если такого нет, то, соответственно, обратиться то же самое, либо к интернету, радио и вот как бы тем, которые могут дать реферал, которые могут порекомендовать официального дилера, зарегистрированного на территории США, который занимается бизнесом. Ни в коем случае не покупать у какого-то первого попавшегося по наслышке и так далее. Соответственно, это должен быть официальный дилер, компания зарегистрированная, стоящая в бизнесе многие годы. Ну а потом уже начать поиск машины. Может, есть какой-то сайт, я не знаю, или какой-то ресурс, где можно посмотреть рейтинги конкретного дилера, чтобы узнать, что о нем люди пишут? Моя компания зарегистрирована в основном на всех сайтах. Если пойти на Google и просто написать Unlimited Auto Imports, там будет вся информация о моей компании. Также есть личные рефералы людей, которые получили машины, что моя компания отправляет машины в Российскую Федерацию, в Казахстан и другие, в Прибалтику и другие республики Советского Союза. То есть, если компания есть в интернете, если она есть в поисковике Google и на карте указывает ее локейшн, то это значит, что это официально зарегистрированный дилер? Да. Да, также покупатель или потенциальный клиент может запросить лайсенс компании. То есть лайсенс компании выдается каждый год. Соответственно, мой лайсенс в моем офисе должен обязательно быть дисплей. Он должен висеть на видном месте. То есть это говорит о том, что моя компания в бизнесе, разрешенная на территории США в штате Мичиган. Хорошо. Это одно из самых основных. И это должно быть видно любому человеку, который зайдет в офис. То есть это основное, самое главное. То есть если нет лайсенса, то компания так таковой, она не имеет права работать уже. Окей. То есть если нету лайсенса и его не видно, то в принципе лучше дело не иметь. Абсолютно точно. Окей. Абсолютно точно. Если компания будет заподозрена, допустим, в том, что они продают какие-то битые машины или машины, которые, как их называют в России, утопленники, вот сейчас был этот как раз ураган Сэнди, и очень много машин утонуло, если будут какие-то подозрения у людей, что вот, допустим, это топленные машины, если у человека есть лайсенс, гарантирует ли это качество покупки? Дело в том, что официальный дилер не имеет права это делать. Это может быть только нечистоплотный дилер или как мы говорим, на мошенник. То есть, соответственно, машины, которые были утоплены, они не имеют права продаваться на территории США. Они имеют право только продаться как детали.
как деталь. То есть это может полная машина, ее, во-первых, отбирает иншурисная компания, если она была застрахована. Эта машина отбирается моментально. Человек получает за нее деньги. Я контактировал с многими дилерами в Нью-Йорке. У меня там работают мои близкие друзья, которые потеряли по 200, по 300 машин на лате. Эти машины были забраны с иншурисными компаниями одновременно. То есть, Они, а потом такие машины могут продаваться на таких аукционах, как многие знают, это аукцион GoPart. То есть иди за деталями переводится. Многие даже не знают, все говорят, GoPart купил на GoParte, но этот аукцион, который продает битые и утопленные машины. И он продает их как детали, он продает их на детали. Потому что есть такие дилеры, они называются salvage дилеры. Эти дилеры занимаются битыми машинами. Но это человек совсем должен... другой класс. В Соединенных Штатах Америки есть 4 классификации дилеров. A, как ABC, это A, это new car dealer. B, это моя компания. Я имею право продавать и юзанные, и новые машины. Я имею право делать wholesale. Я имею делать оптовые. То, что я делаю и за рубеж, это в принципе... Чтобы продать машину за рубеж, машина должна быть по очень низкой цене, чтобы покрыть ее транспортные расходы. Дорого машину продать невозможно. За это, в принципе, когда мы экспортируем машину, мы продаем ее дешевле, чем мы можем продать ее на территории Америки. Но это личная заинтересованность компании, чтобы продать много машин, не одну машину. В этом интерес компании. То есть, ну, прибыль у вас все равно какая-то есть, даже если вы продаете дешевле американской рыночной цены. Обязательно. Okay. Обязательно. Ну да, а то как без прибыли. Да, да, да. Совершенно, совершенно верно. Окей. Ну, значит, у человека нету кредитной истории. Он приходит и хочет купить машину, у него есть какая-то сумма наличных, но ему, в принципе, до полной цены не хватает. Допустим, у него есть половина. И нету кредитной истории. Какие варианты покупки машины у него есть? Два варианта покупки машины. Первое, все-таки, я думаю, стоит обратиться в банк, где он думает открыть свой checking аккаунт, как начинающийся, если он только приехал, и попросить взять суду в банке. Второй вариант, это финансирование прямо у дилера. То есть, эта операция называется buy here, pay here. То есть купи и заплати здесь, минуя банки. Процентная ставка может быть чуть-чуть выше. Значит, в соответствии, если брать лон в банке. Но в этом случае надо договариваться о том, какой будет месячный взнос за машину. То есть это непосредственно договор между дилером и покупателем. Такой вариант возможен. Окей. Вот у меня еще, кстати, совсем недавно спрашивали, человек говорит, если я приехал туристом, то есть у меня нету там водительских прав американских, у меня есть только виза, но у меня есть деньги, которые я хочу потратить в Америке, в частности, тоже купив машину, потому что, ну, как бы дома этого стоит дороже. Может ли он здесь, будучи туристом, прийти к дилеру и купить себе машину? Мы очень часто продавали такие машины, я продавал машины студентам или даже тем, которые просто обменивались студенческим опытом. Есть специальные программы, которые на 2-3 месяца студенты из Москвы и Петербурга находятся здесь в Америке летом, могут даже работать. Разные программы существуют. И я продавал. Также потом экспортировал их машины по месту их жительства, когда они уезжали. То есть я продавал им машину. Вот один вариант могу быстренько рассказать. Студентка из Монголии купила у меня в компании BMW X5. И через 3 месяца она поехала в Сан-Франциско посмотреть Сан-Франциско. Потом вернулась в Мичиган. Она училась здесь в колледже. И я отправил ее машину в Монголию. Понятно. То есть она и на ней ездила в Америке, потом отвезла вам, и вы ее туда... Абсолютно. И это то же самое и студенты из Казахстана, студенты из Петербурга. Те, которые приезжали, они в основном... Ну, которые вышли на меня, на нашу компанию, то все свои машины забрали назад домой. Ну, тут возникает один интересный вопрос. Как ни крути, вы свой человек и русскоговорящий дилер. Я думаю, что если человек придет к американцу, то, наверное, такой вариант не прокатит или прокатит.
Но дело в том, что многие не знают, как это делать, потому что многие, очень многие дилерские компании обращаются ко мне. Если к ним обратились и купили машину, mm-hmm. они не знают, как ее экспортировать отсюда. Mm-hmm. Ведь экспорт, там есть свои тонкости. Надо знать, какие компании, надо знать, кто погрузчик. И очень-очень много тонкостей. То есть, плюс ко всему, многим A-класс дилерам просто нельзя экспортировать машины. Mm-hmm. Они не могут отсюда отправить машины по договорам с производителями машин. Mm-hmm. Не разрешается делать экспорт. Например, BMW официальный дилер не может экспортировать за рубеж. Они не могут это сделать. У них нет такого разрешения заводом BMW. Он mm-hmm. не разрешает им это делать. Я у них покупаю машину, я могу ее экспортировать. Понятно. Отправить. Окей. А такой вопрос еще у меня часто спрашивают. Что лучше покупать, бэушную машину или новую? В принципе, ну, даже в плане того, как бы, на содержание, на расходы, как бы, к чему это все сводится? Ну, новая машина, конечно, она в целях гарантии, гарантийного обеспечения гораздо лучше, чем БУ. В зависимости все-таки, какая машина. Например, японскую можно брать и БУ. Эти машины долговечны, не имеют проблем. Если мы говорим о Toyota, Honda, Subaru, это самые наилучшие марки. Можно брать спокойно бэушную машину, 3-4-5-летнюю машину и свободно на ней ездить. Mm-hmm. Если мы говорим о немецких машинах, тут, ну как бы вам сказать, ну... Бывают иногда кое-какие небольшие проблемы с этими машинами. Конечно, немецкую машину я бы взял бы новую. Mm-hmm. Но здесь все зависит от того, какой бюджет. То есть, если многие любят ездить на немецких машинах, уважают BMW, Audi, Mercedes-Benz, и, соответственно, хотят купить трехлетку, четырехлетку и ездить, получать удовольствие от этой машины, надо сделать просто правильный выбор. Я бы сказал, просто правильный выбор. Ну, как бы даже могу поделиться своим опытом. Я когда первый купил машину, я купил себе Mercedes 1988 года. Вот. Mm-hmm. И, в принципе, ну, машина классная, но слишком много там было проблем. И даже, я помню, я менял себе spark plugs, провода. Mm-hmm. Я за них заплатил $120 за запчасти. На mm-hmm. тот момент у моего отца была Chevrolet. Люмина. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И он тоже купил провода. Он купил, заплатил за свои провода $20. Я 120, он 20. И в итоге я в эту машину столько денег на ремонт вбухал, что в принципе мне было бы дешевле купить новую. Вот. И сейчас я уже как бы, ну, переключился на американские марки. Я езжу на Chevrolet Aveo. У меня многие спрашивают, какая у меня машина, когда я записываю свои ролики. Вот. 2011 года. Но у меня весь сервис, замена масла, я не знаю, если у меня там цилиндр, один из цилиндров двигателя полетел, то есть она больше 40 не переключалась, все это дилер чинит бесплатно, и гарантия до 100 тысяч миль, весь ремонт, как бы сервис, все, кроме смены колес, там прокола колес, все покрыто гарантией, потому что я купил новую машину. Но и да, но и плачу я за нее в месяц, в принципе, достаточно большие деньги, я плачу за нее... Ну, около $300, то есть это дорого. Uh-huh. Uh-huh. А вот. Ну, на это я могу сказать так. Конечно, все сводится к тому, какую машину купить. Сперва надо определиться. Uh-huh. Если определиться с этим, если машина изначально была очень дорогая, например, она стоила импортная иномарка 50 и 60 тысяч, uh-huh. то уход за юзанной машиной будет требовать средства. Если брать машину, которая стоит подешевле, например, Toyota Camry, Toyota Corolla, Honda Accord, Honda Civic, то эти машины изначально недорогие. Uh-huh. И уход за такой юзанной машиной будет требовать минимальных вложений. Okay. Просто минимальных вложений. Mercedes, она дорогая машина, так же, как и Audi и BMW. И уход за такими машинами юзанными будет требовать вложений. Кстати, вот назревает вопрос. Очень mm-hmm. многие, скажем так, восхищаются американскими машинами, мустангами и вот, ну, как бы прочей такой категории, Chevrolet. Как у вас с этим делом? Сколько они стоят примерно? Я могу вам сказать, после 2006 года General Motors поднял свою гарантию с договором с государством до 100 тысяч миль.
Вот так же это, я отвечаю на ваш вопрос, почему ваша машина имеет гарантию в 100 тысяч миль. Это произошло после 2000 года. И цены на юзанные машины этих категорий возросли очень сильно. То есть машины на аукционах стали стоить очень дорого, потому что гарантия такая большая. И продаются неплохо. Качество этих машин, соответственно, поднялось. Оно поднялось, потому что давать такую гарантию завод-изготовитель уже заранее должен делать качественные машины. Иначе ему, им, заводу придется чинить их дважды и трижды. Соответственно, давая такую огромную большую гарантию, такую гарантию, в принципе, никто не дает, 100 тысяч миль. А дает Hyundai. Hyundai имеет, южнокорейская компания Hyundai, она имеет 100 тысяч миль, такую же гарантию. Так, а сколько по цене новая машина такой категории и бэушная разница в стоимости будет? Ну вот здесь и отправить, допустим. Ну, если мы возьмем приблизительно, давайте возьмем такую модель, очень популярную, Chevrolet Impala, Chevrolet Malibu, там или Pontiac G6, очень популярная машина. Но новые машины стоят приблизительно, ну, 20, но Pontiac, правда, уже не выпускается. Значит, новые машины, они стоили порядка 22-21 тысячи. Юзанная машина трехлетка, ну, порядка 10-11 тысяч. Это со всеми документами, со всем оформлением? Я всегда приблизительно, да, трехлетка где-то, она теряет 50% стоимости обычно. Где-то это как бы шкала, там есть разные еще как бы отступления, салон, люк, диски, спортивные пакеты, подогревы, навигация. Это все как бы уже, соответственно, отдельно. Хорошо. В принципе, где-то около 10-11. Такой вопрос. Есть, я знаю, что есть два способа, ну, как бы, покупки в кредит, по сути, да? Ну, если, как бы, если у человека есть деньги, он пришел, заплатил, нет проблем, все, забыли. А при покупке в кредит, я знаю, что есть лиз и что есть финансирование через банк. Вот я, в принципе, делал финансирование через банк, и я, в принципе, машину, когда выплачу, я смогу ее забрать и перепродать. Вот, но есть люди, которые, допустим, берут в лиз, ездят на ней, потом просто возвращают, и мне интересно, в чем преимущество этого способа, ну вот какие нюансы, какая основная разница между ними. С удовольствием отвечу на этот вопрос. Лиз, он хорош для тех, кто имеет свой бизнес. Он хорош для тех, которые могут планировать свое состояние на 5-7 лет вперед. Объясню, что это такое. Например, у меня небольшой бизнес. И я очень занят. Я с удовольствием пойду, возьму машину в лиз. Буду списывать эти деньги. Я могу взять ее на компанию. Буду списывать эту машину 3 года. Мой лиз будет где-то $400, $350 в месяц. Я буду ездить на хорошем автомобиле. Через 3 года я возвращаю его дилеру и беру абсолютно новую машину. И опять на 3 года. То есть через 3 года я остаюсь без машины. Но так как я успешно стою в бизнесе и могу планировать все вперед на 5-7 лет, мне не нужна, я не хочу покупать машину. Я хочу ездить каждые 3 года на абсолютно новом автомобиле. Вот в этом случае лиз, он великолепен. А что значит списывать? То есть из налогов эта сумма забирается или как? Да. Да, потому что я могу взять лиз на автомобильную компанию. Понятно. То есть человек берет машину не на себя, а на свою компанию, и когда он платит налоги... Я считаю, лиз это крупная ошибка для тех, которые могут финансировать и купить машину или взять лон в банке, но они идут, берут машину в лиз, а финансовое положение не очень хорошее, и через 3 года они остаются у разбитого корыта. Им надо вернуть автомобиль. Они выплачивали дилеру и просто ездили на этой машине. Ну, короче, вот, как конечно, дорогой рент такой, да? Да, да, да. Остаются буквально через 3 года. И вот я буквально сегодня показывал машину Audi человеку, который тоже, у него была машина в лиз, и ему надо буквально на днях ее возвращать, и он сейчас как сумасшедший, он уже не в состоянии лизовать машину. Он не может, потому что финансовая как бы стабилити изменилась, ситуация. И он только должен, может купить юзанный автомобиль. Вот поэтому в этом плане, конечно, я все-таки стою на 50%
за то, чтобы все-таки купить, взять лом и купить автомобиль, но не лисовать его. Как вы относитесь, вот я свою первую машину купил, в принципе, на Крейглисте, и даже другу своему я много автомобилей продал, он автомеханик, я ему 4 машины продал через Крейглист. Вот, как вы относитесь к покупке машин, вот, допустим, для новичков там за 2-3 тысячи долларов там, на Крейглисте, бэушную машину? Абсолютно спокойно, просто хочу добавить, что надо быть очень осторожным, если покупать машину не у дилера. Все-таки дилер — это какая-то гарантия, потому что дилер находится под лайсенсом, и если это оказался непорядочный дилер, он обманул, он сделал что-то неправильно, то есть рычаги, значит, это лайсенс бюро, можно позвонить, и есть также и small claim court, можно подать на это, там, если небольшая сумма, соответственно, можно также дилера взять в суд. Но дело в том, что если вы купили автомобиль у частного лица на Крейглисте, и буквально в этот же вечер вы заподозрили по вашей неопытности, что что-то с машиной не то, то вы сделать фактически ничего не можете. Потому что частное лицо не ответственно, оно не под лайсенсом, и там фактически нет никаких шансов вернуть эту машину или получить какие-то деньги назад. Что касается дилеру, то этот дилер, он под лайсенсом. И, соответственно, здесь любая ошибка, совершенная дилером, то есть дилер не может, как вам сказать, не знать, что он не знает. Не может вам сказать. Дилер обязан знать. За это штат ему дал лайсенс. Он дал ему разрешение продавать машины и оказывать услуги населению. И если вы у дилера спросите, это крашеная машина, то он не может вам сказать, я не знаю. Он обязан знать, что крашеная она или нет. Если у машины frame damage, он обязан вам сказать, что пострадали несущие. Или вы эту машину можете вернуть ему через год. Многие об этом законе не знают. Вы можете купить машину у дилера. Если потом вы выяснили на каком-то техосмотре, что на этой машине была повреждена несущая коробка, вы можете вернуть ее назад и получить полностью все свои деньги. Даже через год. Не имеет значения, что вы проездили 50 тысяч миль на этой машине. Вы получаете все деньги назад. Потому что frame damage обязательно должен быть disclosed. Он обязательно должен быть откровенно доведен до покупателя. Это одна из самых главных функций продажи машин. А у утопленных я не говорю, их запрещено продавать на территории Соединенных Штатов Америки. Может быть, есть еще какие-то свои, так скажем так, жизненные советы, какие-то вот как эти нюансы, которых люди могут не знать, но знать, в принципе, будет им полезно? Опять хочу повториться, если покупать у частного лица, надо быть очень осторожно. Можно взять своего механика, который действительно механик, не просто так, там кто-то может что-то там чинить в машине, но должен быть qualified, можно заплатить человеку, лучше заплатить там $100 за время, но быть уверенным, что ты взял человека, который проверил тебе машину, проверил двигатель и трансмиссию, то, что делают мои механики, все машины проверены. Это намного лучше. Или, конечно, все-таки купить машину у дилера. Я это советую, потому что я сам дилер, и как бы это надежно, это гарантированно. Если в машине есть гарантия, мы обязательно заполняем buyer's guide, это договор о покупке, где обязательно будет указана гарантия, что платит дилер, что платит покупатель, если, например, проблема с трансмиссией или с двигателем, либо на машине нет никакой гарантии, то покупатель тогда должен дать согласие письменно, что он покупает машину без гарантии. То есть все оговорено. И надо быть предельно осторожным, покупая машину на, как говорится, на стороне. Как бы на Крейглисте и так далее. И, соответственно, также никогда не делать никаких переводов частным лицам, если покупаешь машину на интернете, на eBay и так далее. Это очень опасно. Кстати, вот еще кое-что добавлю тоже из своего опыта. Я заметил, что дилеры чаржат за ремонт, который не бесплатный, допустим, у вас что-то сломалось, это не покрыто гарантией,
намного дороже, чем вы можете найти просто у автомеханика. Даже банальное, скажем так, пробитое колесо мы можем сделать где-нибудь у механика за $15, в то время как дилер возьмет за это там 35-50. Я не говорю уже об основных, основных ремонтах. Мне это кажется, или оно на самом деле так, дилеры намного больше? Это абсолютно верно, Александр, это абсолютно верно то, что вы сейчас сказали, и я хочу объяснить, почему это так. Здесь простое объяснение. Дело в том, что содержание дилерских огромных салонов требует больших вложений. И поэтому невозможно там сделать какое-то колесо или заменить накладки тормозные. За те деньги, которые на стороне, вы можете найти маленький механик-шап, очень квалифицированного механика. И он там вам сделает буквально за половину стоимости, которую вы заплатите на дилере. Причина в этом одна, потому что содержать маленький шап, частный, с одним механиком гораздо дешевле, и услуги там гораздо дешевле, нежели вы обратитесь на большой дилер. Содержание большого дилера – это огромные деньги, огромные вложения, поэтому сервис там дороже. Вот это про это простой ответ на этот вопрос. Okay. То есть, если я бы не сказал бы не потому, что там делают лучше, но вы платите за то, что вы имеете. Вы заходите в большое здание, там кондиционеры или там, тепло, красиво, уютно, вы можете взять там кофе, посидеть, у вас есть телевизор, вот это вы оплачиваете. Понятно. То есть, по сути, в маленьком шапе. Если у человека бэушная машина и что-то сломалось, ну, тут есть два нюанса. Допустим, я часто слышал, есть такие recall или какие-то поломки, которые не должны были случиться, и человек может пойти к дилеру, ему сделать это бесплатно, даже если это не на гарантии. Это один момент. Но если, допустим, человек просто решил починить себе, я не знаю, у него там надо выпрямить ось или как-то подровнять, чтобы она ехала прямо, то лучше ехать просто к механику, а не ехать к дилеру, потому что дилер чаржит в 3 раза больше. Всем всегда советую своим клиентам, советую своим друзьям, и также с удовольствием поделюсь своим опытом с вами, с дорогими радиослушателями, чтобы они также знали. Я бы сказал бы так, реколы обязательно надо идти делать у официального дилера, потому что они бесплатные. Эти реколы могут быть независимо, машине 15 лет, и может быть рекол. Вопрос, как узнать? Иногда, там, в год один раз, в 2 года один раз, просто брать свою паспортную серию, не надо машину, а просто паспортную серию. Заходить на, например, Audi, или BMW, или Mercedes, взяли VIN-номер и паспортную серию, заехали на официальный дилер, подошли к сервис-адвайзеру и спросили, вы можете посмотреть, если на этот автомобиль есть рекол? Это абсолютно бесплатно, и все это обязаны делать. Обязаны. Никто не имеет права отказать. Он набирает VIN-номер, представится, что это мой автомобиль, я владелец Мерседеса 2005 года, например, AMG. Он сразу набирает и говорит, о да, там 3 месяца тому назад рекол, там может потечь какая-то трубка, и мы обязаны ее поменять. Вот это то, что надо делать. То есть любой это может, у кого-то Porsche, у кого-то Audi, у кого-то Malibu, зайти на официальный дилер раз в год и посмотреть, если есть рекол какой-то. А также надо следить, у них бывают иногда очень хорошие промоушены на нашей территории, я имею в виду USA. Например, у них иногда бывает на Toyota недавно было всего $12 замена масла. То есть я иногда сам делаю, там мне звонят и говорят, я свои машины везу туда и мне делают. $12, это очень дешево, меняют фильтр масла. Это бывает, как бы Toyota, завод-изготовитель дает кастомерам такие дилы промоушенные. Соответственно, это очень дешево, нигде невозможно за $12 поменять масло и фильтр. Я иногда в этот момент они проверяют машину, заодно смотрят, если есть какие-то реколы. То есть, значит, можно вот так вот следить за этим и иногда просто попадать на официальный дилер, поменять там масло, и зато ты смотришь, если есть какие-то реколы на твою машину. Вот это другая как бы идея такая, да, как бы такой вариант. Теперь в отношении того, что если что-то сложное случилось, я всегда говорю, если машина дорогая,
если что-то очень сложное, все-таки лучше поехать на официальный дилер. Но если то, что, например, поменять полуось, какие-то механические работы, связанные с подвеской, suspension, лучше делать у хорошего механика, но не ездить на официальный дилер, потому что это как бы не очень сложная работа, не требует каких-то специальных инженерных навыков, и любой нормальный механик прекрасно справится с этой работой. Но если уже что-то очень серьезное, то я думаю, это надо обязательно, тем более, если это электронные проблемы или проблемы с logical, с memory, что-то там, компьютер, мозги какие-то. Но это надо обязательно официального дилера. Okay. Хорошо. Еще у меня есть такой совет тоже из личного опыта. Я когда покупал свою новую машину, я приехал, я сдал старую, но она уже была мной там поезжена. Я даже не пытался ее продавать на Craigslist, то есть решил избежать головной боли, просто приехал к дилеру, отдал ее, меня забрали тайтл, дали мне там за нее $300. Ну, в принципе, я по большому счету избавился от головной боли. Они у меня забрали, дали мне новую, эти $300 пошли в счет покупки. Но еще я слышал, что можно купить как-то очень классно, допустим, на какие-то дилы, я не знаю, по-моему, 4 июля большие распродажи. Ты можешь принести свой, приехать на старой машине, и тебе там за нее дадут какие-то прям баснословные деньги. Может, я что-то путаю, как бы. Александр, в вашем варианте вы дали свою машину в трейд. Вам предложили $300, вы ее взяли. В этом варианте, перед тем, как вы это сделали, вы могли попытаться продать свою машину чуть дороже. Вы могли получить, если она ездила, за нее $1000. Очень свободно. Просто поставить ее на Craigslist или дать объявление в cars.com. И вы могли бы ее продать. Потому что машина за $1000, я думаю, она всегда, если она ездит, она, даже если что-то там не работает, она все равно продастся. Но вам не хотелось тратить время. Да. Вы привезли ее на дилер, вам дали $300, и вы ее забрали. Есть абсолютно другой вариант, который в 2008 году был объявлен нашим президентом Обамой. Угу. Это вариант, который называется «Cash for Crankers». Это когда вы старую машину отдаете дилеру и покупаете новую и получаете $3000 или $2500 чек на покупку новой машины. Значит, машина должна обязательно быть с бамперами, на ней должны быть все фары, на ней должны быть все двери. То есть это должна быть машина, но она может не ездить, ее даже можно оттовать на дилершип, но на ней должно быть все. И тогда вы получаете чек на покупку только новой машины. Программа называется Cash for Crankers. А как об этом узнать подробнее можно? Позвонить на дилершип и сказать, у меня есть старая машина, вот могу ли я ее сделать по этой программе. И там есть какая-то квота всегда. И если, значит, эта квота открыта, то тогда, соответственно, но можно сдать свою старую машину, получить этот чек прямо на дилершипе. Окей. Только на новую машину. Угу. А как насчет вот всяких распродаж ко всяким праздникам? Вот эти дилы, они откуда все? Я могу сказать вам такую вещь из моей как бы долгой профессиональной работы. Самое лучшее время на покупку машины — это ноябрь-декабрь месяц. Угу. Самые низкие цены. Значит, лучше всего покупать машину — это ноябрь и декабрь. Это самые хорошие дилы на новые машины. Угу. Самые дорогие цены — это весна. То есть весной я никому не советую покупать. Хотя это самый сильный маркет, но там очень большие цены. На какие праздники чаще всего делают большие распродажи? Сам? Я думаю, Christmas, Thanksgiving и Новый год. Угу. Okay. Самые лучшие цены. Отлично. У меня еще один есть такой вопрос, но такой немножко смешной, в принципе. Но вот мне товарищ недавно спросил, он хочет купить машину, и он говорит, какие законы с тонировкой стекол, насколько темные я могу сделать себе стекла? Это очень вопрос такой странный, потому что дело в том, что у нас на территории Америки это в принципе нет никаких запретов. Если только ты ни в какой... Я знаю, что в нашем штате нет. Тексас, Флорида, Калифорния, ты можешь делать вообще
супер черные стекла. Может, есть какие-то штаты северные, в которых есть какие-то ограничения? Я не могу сказать, потому что в разных штатах разные законы. Ага. Я могу только говорить о своем штате, в котором обязан знать. Но я знаю, в Нью-Йорке нет. Также знаю, в Нью-Джерси нет. Я думаю, может, только в северных штатах есть какие-то ограничения. Okay. Но то, что в южных штатах, Флорида, Калифорния, Атланта, Джорджия, то есть в этих странах ты можешь ехать с абсолютно черными, вообще непробиваемыми стеклами, это 100%. Хорошо. Ну, Эрнест, хочу вас поблагодарить за ваше время, большое спасибо за ответы на вопросы. Вот, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал YouTube, рассказывайте друзьям. А мы с Эрнестом, я думаю, что мы запишем еще одно видео. Во-первых, пишите свои вопросы внизу в комментариях, чтобы я мог прочитать и в следующий раз задал их Эрнесту. И вторая часть будет, наверное, более подробная уже об экспорте машин из Америки в страны СНГ, как можно из страны СНГ купить машину в США. Вот. Ну что, ребят, еще раз спасибо, все, всем до свидания, до встречи. Спасибо, до свидания, всех благ. Пока. До свидания.